Всех приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем нашу очень крутую рубрику с 1 бакса до ножа в 1000 долларов на КСФЛ. Прошлый ролик вчера мы сняли, и с 1 доллара нам удалось поднять 114, а это значит, что сегодня я планирую поднять 1000 в 10 раз больше. Но если говорить конкретно, мы подняли в 100 раз больше. Почему не можем поднять в 10? Только потому, что КСФЛ может тебя маленько заскамить, а так, в принципе, ничего. Но в любом случае, пацаны, ребята, попрошу, пожалуйста, каждого из вас поставить свой царский лайкосик. Не забывайте, что твой лайк очень важен. Он помогает моему каналу развиваться, продвигать мой канал дальше. А я, в свою очередь, хочу тебе сказать, что если ты поставил лайк, спасибо. Это в первую. А во вторую очередь, залетай в телегу, ведь ты уже участвуешь в розыгрышах скинов на сумму от 500 рублей. Каждый день ты можешь участвовать. Каждый день раздаются куча скинов по ссылке в описании. Залетай, принимай участие и залутай скины. Ну и, конечно, не забывай, что если ты залетел на сайт КСФЛ, ты можешь нажать пополнение и использовать лучший промокод PRDTR25. Это самый лучший, самый рабочий и самый окупной промокод, который дает тебе самый большой бонус. Также он тебя окупает. И также ты можешь пополнить абсолютно через любые способы. Бешеный бонус, согласись. Но если ты хочешь залутать 2 доллара на халяву, заходи в реферальный код. Если здесь есть какой-то код, отвязывай его и привязывай промокод Predator. С 2 бакса на халяву просто совершенно бесплатно. Ну а мы приступаем к КСФЛ. Поехали поиграем в краш. Что у нас здесь? Ой-ой-ой. 2-1-7, 2-1-18, 3. А хороший коэффициент. Хороший коэффициент. Что будем делать? Поставим на 1.5 сразу сходу и попробуем выиграть. А давай, почему нет? Почему нет? 113 бачей мы ставим на коэффициент 1.5. Первая должна зайти сразу, прям сходу. Ты, если что, вот, чтобы вы понимали, что я сейчас делаю, я просто взял и заолынил. 169 бачей. Ну, 170 на балансе. Охота поиграть в меню. Давай поиграем. 170. Знаешь, охота еще, конечно, поиграть и в краш, но пока что нет. Пока что нет, пока что минер. Полетели, господа, 170 бачей. Будем играть по 20. Это будет лучший вариант. Используем ту же тактику, что использовали вчера. Это количество мин 5 вчера нереально повезло. Просто unreal. Как будет сейчас, я не знаю, поэтому полетели. 5 минок, 20. Ой-ой-ой, ну подожди. Ну подожди, ну быть того не может. Это получается 20-очка. Введите сумму 20 долларов. Мы можем проиграть. Мы можем проиграть. Вот сейчас что-то у меня такое ощущение пришло. Ну ладно, поехали делать нашу тактику. Первый, середина, последняя. Минка. Просто сразу минка. У меня такое ощущение, что он может меня заскамить сегодня. Ой-ой-ой. Такого ощущения нет. Ладно, поехали. Фух. Было очень тяжело, когда мы играли на этом сайте. И был такой момент, когда мы подняли очень крупную сумму денег, около 500. А потом за 5 минут я все слил в минере. И я сейчас просто словил дежавю. И вчера мы сделали 100x, а сейчас мы просто можем все это проиграть. 130 бачей. У нас уже 130 бачей. 110 бачей. 90 бачей. Это тяжело. Но мы будем продолжать. Угу. Хорошо. 70 бачей. Возвращаем. Возвращаем все, что мы прямо сейчас потеряли. Немедленно. Просто верни мне все. Раз, два. Раз, два, три. Хорошо. Полетели. Нужно вернуть 170 бачей и начинать. Не стоит сдаваться. В любом случае, КСФЛ дает, и это самое главное. У КСФЛ есть такая одна закономерность, очень интересная, которая, ну, пожалуй, наверное, самая интересная, которая есть на этом сайте, так сказать, ее изюминка. КСФЛ может сбрить тебя в начале. То есть, когда ты начинаешь играть, ты можешь реально просто взять и слить. Но если ты пошел дальше, то есть, вот как я сейчас, разогнался и полетел, 180 бачей он не должен. Поэтому полетели. 185 бачей. За сегодняшний день, за сегодняшний видос мы уже подняли плюс 30. Но мы уже проиграли, походу, плюс 30. И сейчас опять, походу, заново поднимем. Блин, я не знаю. Что-то пока что так. 180 бачей. Хорошо. 202 бача. Просто отлично. Очень плохо. 202 бача. Хочу попробовать еще раз эту комбинацию. Мне кажется, она зайдет. Хорошо. 222 бача. И сейчас еще раз, если зайдет, это будет просто феноменально. Итого, за сегодня мы уже подняли ровно в 2 раза больше. Я сегодня хочу поднять 1000. Поэтому давайте попробуем еще в ряд закрыть хотя бы до 400. Хотя бы. Знаю, что это будет тяжело. Но такие простые манипуляции, выиграл, проиграл, они дают тебе в итоге вот такой вот хороший буст. 240 бачей. По сути, это 14 тысяч рублей. Я на сайте, вот честно, сейчас сижу, записываю все одним дублем. Время идет 5:48. 5 минут. И у меня плюс 14 бачей. Сами решайте, много это или мало. Я считаю, что это очень много. Поэтому поехали. Сейчас
Пожалуйста. Просто знал, что сейчас может посыпать. Просто начинает сыпать. Нереально начинает сыпать. 140 бачей. 120 бачей. Да ладно. И неужели он просто возьмет меня сейчас и вот так заскамит? 119 бачей. Я попробую ровно 3 раза. Раз. Два. Три. 98 бачей. Прямо сейчас. Алын на 2. Только попробуй прямо сейчас не зайди. Я алыню. 3 ты мне проиграл. Ты обязан дать кэсвелл. Ты обязан. Раз. Два. Три. 191. 191. Вот сейчас. Либо сейчас, либо никогда кэсвелл. Начать игру. Раз. Два. На колени. Опущен лучшим. 373 бача. На этом, я думаю, стоит остановиться. Сегодня сделали почти x4. С $1 мы подняли 400. А знаете, я, наверное, буду забирать. Я не хочу $1000. Вот правда не хочу. Я сейчас маленько очень сильно разнервничался. Я боялся, что я проиграю. Почему? Потому что одна ошибка, все. 3 в ряд на первый. Меня крашнуло, я не хочу. Ребят, ставьте, пожалуйста, лайкосик. Я заберу нож за $400. Конечно, не забывайте, что твой лайк очень важен. Но если ты захочешь поиграть, используй промокод P. RDTR25. Это самый лучший, самый большой и самый окупаемый промокод на данном сайте. До завтра. Удачи!